Друзья, в продажу поступила Audi Q7 2019 года выпуска в синем цвете. Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 3 литра, мощностью 249 лошадей. В паре стоит автомат, автомобиль на полном приводе. У автомобиля полный комплект ключей. Авто в круг имеет парктроники. Литые диски, повторитель поворотника, очень хорошая комплектация, все четыре стекла электроподъемника, обогрев зеркал, электрическая регулировка зеркал, датчик дождя и света, задние и передние противотуманки, листья под рулем, мультируль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, помощь при спуске, электрический ручник, беспроводная зарядка, ГЛОНАСС, передние водительские и пассажирское сиденье электрорегулируемые, багажник с электроприводом. Имеются доводчики. Приезжайте, смотрите, забирайте.